Да, мы даем слово нашим выпускникам 2016-2017 года. И первое я попрошу выступить Соню как раз, которая расскажет нам, дорогие родители и ученики, как же сделать так, чтобы поступить в университет, даже не получив еще результатов ОТАВА. Окей, ну сначала я хочу начать с момента, когда вы выбираете русский. Возможно, это так было в моей школе, не со мной, но с одной и другой девочкой. Когда она подошла к учителю, который занимается языками, сказала, что вот я хочу взять русский, она ей сказала, нет, я тебе не разрешаю. Хотя девочка прекрасно говорит по-русски, просто ей сказали, что мы тебе не разрешаем. Это может быть из-за того, что школа не хочет брать на себя ответственность, или просто вот эта учительница ленится. Ну, так было в моем случае. Потому что со мной ей приходилось вечно посылать там юниты отправлять Марии Владимировне, что-то получать чего-то от Марии Владимировны. И я так поняла, что уже под конец этого ей надоело это вечно делать, и эта девочка нам просто отказала. Соответственно, если так случится у вас, то вы не принимаете это как вот точно нет. Я девочке сказала сразу обратиться к Марии Владимировне, она сделала, да? Сабина. Да. И вот если школа не может вам отказать. Да, а насчет того поступления раньше, это зависит от того, в какой университет вы хотите пойти. Я изначально знала, что я в Макори хочу, я, в общем-то, другие университеты особо не рассматривала. Есть очень много разных путей. Если, к примеру, в Макори есть такой путь, называется Gifted and Talented курс. Получается, вы заканчиваете один юнит. А если вы его хорошо закончите, юнит по философии очень сложный юнит, потому что то, как они думают, то, как я думаю, то совершенно отличалось, но у меня получилось его пройти дальше. Соответственно, потом вы выбираете следующий юнит, если вы также хорошо его сдаете, то вам гарантировано место в университете сразу же. Но у меня не получилось, я получала кредиты, а не high distinction, как требовалось. Поэтому я подалась на следующий, другой путь, global leadership. Вот тут это как раз очень важно, отключаться. Они просили мне предоставить свое резюме, значит, в котором я рассказывала, что я делала за последние там, 3 года. А помимо того, что, конечно, очень многие в 11-12 классе отказываются от всего, что они, допустим, делали в 10 классе, всякую драму, они от всего этого отказываются. Я считаю, что ни в коем случае это нельзя делать. Потому что очень многие университеты просят, чтобы вы рассказали, что вы сделали за последнее время, именно вот эти 2 года, 11-12 класс. Записывайтесь на всякие, я не знаю, находите все, чего только можно, чтобы сделать. Неважно, если вы на самом деле на мероприятии там ничего не делали, просто там воду раздавали, но это звучит классно. Главное, чтобы звучало классно. Поэтому я когда подавалась на другой университет, я там нашла один курс Нотр-Дам, они просили, чтобы я предоставила все, что я только делала. У меня получилась такая кипа всяких бумажек, которые я насобирала за 2 года. Если бы я им их послала, меня бы сразу взяли. Ну, у меня просто уже Макмори взяла через leadership. Дополнительно балл Макмори дается за один курс, который называется Big History Program. Он онлайн, за него надо платить $60. Он такой очень легенький, веселый курс про космос и нашу Вселенную. Вы ничего особо такого сложного не делаете, там просто смотрите лекции, слушаете, записываете чего-то, но вам дается, по-моему, экстра 1 балл или 2, я тоже точно не помню. Потому что я ими в итоге не воспользовалась, потому что мне не нужны были. И насчет предметов, когда выбираете, вот я совсем не согласна с тем, чтобы не выбирали легкие предметы. У меня, в общем, так скажем, легкие предметы. У меня английский я взяла просто стандартный, математику стандартную, хотя все мои друзья выбрали там advanced, там, 3-юнитную математику. В итоге они стрессовали конкретно все эти 2 года. Вот серьезно, я никогда не видела, чтобы они там отдыхали или чего-либо. Но мне было так мужу себе в удовольствие делал вот эти предметы. Я выбрала то, что мне нравится, вот это главное. И мне нравилось то, что я изучала. В итоге у меня ОТАР гораздо выше, чем у всех моих друзей, которые выбрали там science, математику, все эти сложные предметы. Потому что, да, все-таки делать то, что вам нравится, потому что под конец года. Если делать то, что мне нравится, как один мой предмет, я делала аккаунтинг. Я его сдала хуже всех. То есть я все сдала там 80+, а аккаунтинг я сдала 65. Так что да, выбирайте предметы, которые вам нравятся.
Что еще надо добавить? А помимо английского, аккаунтинга, русского и математики, что у тебя еще было? А еще мультимедиа, которая не считается особо сложным предметом. А, и что еще делала? Поскольку получается мультимедиа, математика, английский, русский, пятый какой, даже уже не помню. Аккаунтинг? Да, я так, вот пять, у меня было пять юнитов. Соответственно, сколько юнитов? А, многие мои друзья делали аж 14 юнитов, 16 юнитов. Это дополнительный стресс, я не рекомендую, он особо ничего такого глобально другого не меняет. К примеру, я получила, да, ничего такого сильно не меняет, просто дополнительный стресс. А, да. К примеру, вы можете еще взять курсы в TAFE, аккаунтинг у меня это TAFE курс. Получается, что вот, когда я закончу 12 класс, у меня еще там уже корочка по аккаунтингу. Потому что я могу спокойно пойти и работать там. Аккаунтером, я не знаю. Бухгалтером. Но мне это как бы есть и ладно, ну такое, да. Я не знаю, что еще можно добавить. Все, наверное. Ну хорошо. Вопрос, а при университете, вот эти все программы, что это когда делала? В течение 12-го класса? Вот эти все программы, которые... Gifted and Talented. А вот это Global History... Она будет считаться только если вы делаете ее в 11 или 12 классе. Mm-hmm. Если вы делаете Gifted and Talented, которые вот эти вот несколько юнитов, то это можно с 10 по 12 делать. И, соответственно, теперь, если все, кто сейчас поступил в университет, заканчивают курсы через 3 года, я заканчиваю через 2,5, так как я уже их сделала, часть своих курсов. Что это только для Макбори? Да, потому что я сразу знала, что я Макбори хочу. Что вот. Соня, а ты не знаешь, есть ли такие же возможности в других университетах? Я уверена. Просто посмотрите, наберите там Early Entry Program, такой-то, такой-то университет. У каждого университета это есть. Главное податься, потому что не все подаются. Да, то же самое со стипендиями. Очень часто я слышала, что кому-то дали стипендию, потому что он единственный человек, который подался на эту стипендию. Потому что знаете, как вы можете думать, что там, ой, что я буду подаваться, там лучше таких же, как я. Вот не надо так думать, просто используйте каждый шанс, который у вас есть. Это хорошая фраза была. Вот ты была в Охенхарскую, да? Хватило ли то из того времени, что давали, допустим, русского языка, или ты как-то дополнительно еще занималась сама? Ну, вот каждый юнит его нужно сделать. Это делается в свое свободное время. А, допустим, в школе дается время, чтобы ты делать юниты. Соответственно, не все этим пользуются, можно там кто-нибудь отлынивает, соответственно, не сделать юнит. И тоже в школе это время выделяется, чтобы позвонить учителю. Там есть отдельные упражнения, которые нужно пройти с учителем, там, поговорить про текст такого рода. Ну да, времени, да, достаточно. Но по твоему мнению, 2 часа в неделю достаточно? Я да, думаю, да. Потому что да. Смотри, кому. Соня, а ты параллельно училась в русской школе или только в Open High School? А в русской школе я закончила до гайского, потому что я уже преподавала. Как когда я закончила русскую школу, вот где-то 4 года назад я закончила русскую школу. Значит, где-то в 10 или 9, да. То есть получается между open school в 11-12 у тебя был период? Да, ну в смысле я все это время все равно в школу ходила уже как ассистент учителя. А, вот то есть языковая практика была? Да. Есть еще какие-нибудь вопросы? Если нет вопросов к Соне, вы можете подумать попозже, задать еще вопросы. Попросим наших двух Данилов рассказать о том, как у них проходил экзамен, какую роль вообще русский язык сыграл в их поступлении, в их жизни, может быть, хотя они об этом уже сказали. Я вообще подготовил неплохой такой список всего, что я должен сказать, я его забыл вообще. Но... Нет, не успел. Просто я вот, пока не забыл, хочу сказать, что про спикинг вам в 11 классе тоже нужно, то есть не вам, детям, нужно в 11 классе также сдавать спикинг. Но вы не можете, насколько я помню, вы не можете использовать тот же текст, что вы будете использовать на финальном экзамене. Так?
То есть, как Наталья Петровна сказала, вы два года учите, заучиваете текст, и вдруг вы забудете, но на самом деле это не так, потому что все-таки 11-й, ну, вернее, как наизусть, так скажем. Нет, вы не заучиваете. Ну да, наизусть вы его тоже не сможете знать, потому что 11 класс вы все-таки фокусируетесь на другом тексте. На трех текстах, если быть точнее, что? В 11 классе другой текст. Что еще сказать? И спикинг. Вот именно с англицизмом что связано? Во-первых, к спикингу нужно, ну, не знаю, лично мне было страшно его сдавать. Все остальное нет, как бы все это writing, reading и listening было, ну, не так проблемно. Спикинг же за день до, в ночь до дня спикинга я попробовал его сдать сам себе перед зеркалом на таймере. 8 минут я не уместился, я уместился в 20 минут. Для меня это прошло. Для меня прошло 5 минут. Но вот в ночь перед этим я реально так напрягся, потому что я до 3 часов ночи еще сидел, пытался все это сжать в 8 минут. В итоге у меня это получилось, но я очень волновался насчет именно своего рассказа, не сколько насчет вопросов, которые потом учитель будет задавать. В итоге рассказ-то я хорошо сдал, а вот когда экзаменатор начал задавать вопросы, простые вопросы, откуда семья, про семью, когда меня спросили про предметы, я начал говорить, я делал математику, английский, русский, software design я смог выкрутить, сказал про... Сейчас, да, разработка программного обеспечения, и я делал hospitality. И вот на hospitality я почему-то забыл слово кулинария, которое я мог использовать. Я сказал, что я делаю историю. Основываясь на том, что я делаю историю, экзаменатор решил меня спросить, что я думаю... нет, после этого экзаменатор спросил меня, куда я летал. Я летал мало, я летал в Турцию. Отсюда вопрос пошел такой. Что ты думаешь об истории Турции? Вот, да, секунд 3 я подумал, и в тот момент я, наверное, благодарен сам себе, то, что я не дал до этого, буквально пару недель назад, смотрел «Турецкий гамбит». И как-то из этой ситуации я, благо, смог выкрутиться, рассказал там про Османскую империю, про... Не помню, что там рассказывал, я был в состоянии, наверное, какого-то... Эффекта, да. Вот, поэтому, да, такие ситуации могут быть, и из них нужно выкрутиться, главное. То есть именно со связано с англицизмом и со связано, если придется брать, то брать нужно так, чтобы... Да, брать так, чтобы потом... Брать на ту тему, на которую вы хотя бы как-то не разбираетесь. Хорошему русскому языку. С конкретной темой, конечно. С определенной одной, вы или просто несколько их. Нет, заранее. То есть это должно быть произведение, желательно фильм. Это не обязательно. Должно быть три произведения. Но они должны быть на одну тему. Они должны быть, нельзя, чтобы это было совершенно. Нужно таким образом сопоставить, сравнить, проанализировать, дать свою оценку. И... То есть на тему личности можно взять три разных произведения. Да, конечно. И нужно брать три разных. Но это может быть два художественных произведения. Может быть... Ну, совершенно разных. Не это, например, фильм «Человек фугляри» и «Разозики». Вы знаете, вообще мне это не нравится, эта история, когда фильм и повесть, или роман. Потому что несколько раз я ловила на том, я чувствовала, что человек, он только фильм смотрел. Понятно. И вообще, это трудно сравнивать, лучше взять что-то... А можно, например, на тему личности и разных произведений одного автора? Ну, нет таких ограничений. Нет, то есть, главное раскрыть тему, допустим. Надо раскрыть тему, и надо показать, как она раскрыта, и что вам ближе, что вам понравилось, как вынесли вы что-то из этой темы, к чему вы пришли, изучив эту тему, какие вы для себя, может, открытия сделали. То есть это мало рассказать. Мы не ждем, что нам будут рассказывать содержание. Мы его знаем.
Алина Леонидовна, а вот кто помогает студенту лучше вот тему взять? Учитель с open school, как бы, если open... конкретно говорить, тебе лучше вот взять вот этот рассказ и принести на экзамен? Или как? Да, Мария Владимировна мне лично очень много помогала именно с выбором темы, с выбором текста. То есть, ну, без нее было труднее. Надо работать очень тесно. Да, то есть, вот, вы, как бы, нужно сдавать юниты, но еще главное звонить каждые 2 недели, по-моему, да. Да, я звоню. Юниты я не всегда сдавал, но я звоню каждый день. Чем ближе ты со своим учителем? Да, потому что, да, все равно, да. Можно так сказать. И вот именно перед экзаменом, ну, мне Мария Владимировна очень помогала. Да и всем помогала. Ты сказал, что ты в Австралии 4 года. 4 года. Соответственно, русский язык – это основной язык. Да. Тем не менее, ты переживал, волновался перед сдачей устного экзамена. Да. И забыл слово кулинария, да? А как же вкусно это было? Хоспиталити – это не совсем кулинария. Если бы сказала кулинария, вопросы пошли бы как не блюдо. Хорошо, тогда вопрос к экзаменаторам. Естественно, знание, язык и речь ребенка, который приехал 4 года назад, будет отличаться от ребенка, который учил хорошо с программой русскими корнями, но родились здесь, и в любом случае русский для них это иностранный язык. Но вы как-то сравниваете для себя это? Нет. Курс-то один. У нас требования одни. Да, мы, к сожалению, не можем это делать. Да. А можно спросить? Но смотрите, Соня, и это, я думаю, зависит от студентов, потому что Соня родилась здесь. Даниил приехал, он все равно волновался очень перед экзаменом. Я считаю, что это зависит от человека, потому что у нас есть студенты, которые действительно русский их родной язык. Но в основном все студенты очень хорошие и очень стараются, и очень талантливые. Да, но есть те, у которых русский родной язык, и они хорошо не стоят. Половина же еще по-английски. То есть, как я очень сочувствую, потому что Даниил приехал, учтите, он же окунулся в языковую среду. Он, его бедный мозг должен был быстро в 12 классе сдавать экзамен по-английски. То есть у него стресс, я думаю, был колоссальный. Потому что за 4 года вы должны сдать, вы приезжаете в Германию, через 4 года вы сдаете экзамен по-немецки. А, то есть в ситуации, я думаю, как Даниил, свои проблемы, потому что это огромный стресс английского языка. Вот это, мы говорим на случай, что он стрессовал перед русским экзаменом, тогда, допустим, я по себе, у меня ребенок здесь родился, у нее русский неплохой. Поэтому мне кажется, что если она возьмет это как предмет, то для нее это будет один из тех легких предметов при всем при том, потому что у нее русский на сегодняшний день неплохой. Вот. А оказывается, даже те дети, которые выросли там и приехали сюда, для которых русский, это занять, выучить одно произведение, подготовиться к нему за 2 года, это не так сложно. Ну хорошо, они не будет английскую часть, они проиграют в английской, значит. Часть. Ну да, я понимаю, что он будет красовать перед английским или перед математикой, да. Мне просто как я себе рассуждаю, я могу, вероятно, я ошибаюсь. Перед экзаменом все волнуются. Но как мне казалось бы, что для человека, у которого русский основной язык, это будет, это как раз будет. Наташа, я хочу сказать, что вот именно самое важное здесь это как бы сам ребенок. Потому что даже человек, у которого очень хороший язык, здесь вопрос в том, что у тебя не просто ты вот как, не знаю, с другом или с мамой сел и рассказал, про какой-то фильм смотрел, да, они там как угодно свою речь строят. А здесь получается, что и как бы вот за 2 года обучения в Open High School, в чем, за что, мне кажется, большая благодарность как бы учителям и тому, что это есть, потому что если вот каждый из вас себя спросит, дал бы я своему ребенку столько, как сказать, если бы никуда не ходил дома, да, все эти классические произведения, все это, но это дается не просто, чтобы посмотрели фильм, да, вот там, как тот, этот, там, Ростов и так далее, а с точки зрения умения именно, как бы сказать, проанализировать, сравнить и так далее. А этого я скажу даже, как бы это не зависит от уровня языка, это зависит уже от навыков, умений отдельного человека, что в английском, что в русском. Если человек не умеет,
вычленить суть, сравнить, проанализировать, он, да какой бы у него русский хороший не был, он будет мучать и не сможет связать два слова. Тут нет, ну и как Софья сказала, там же пункты, техник, экзамен, ну, это я нет, этому да. учат. Я про то говорю, что да. если тебя этому научили, ты да. это постоянно делал, вот еще хотела бы добавить. Вот перед нами как бы сидят ученики, да, люди, которые очень, я так понимаю, целеустремленные и самоорганизованные, как мне кажется. Потому что я ребят видела на всех как бы русскоязычных мероприятиях и так далее. Я понимаю, что люди и учатся, и работают, и в общественной жизни участвуют, и в театрах, и во всем. Они все успевают. Значит, это можно, возможно. Есть люди, которые, допустим, будут сидеть и думать, какой я несчастный, у меня там еще и русский, и то, и это. И вот я субботу еще трачу, хожу в эту русскую школу. Ну, то есть разница есть. Вот как родители могу сказать, что когда они начинают в Open High School учиться, здесь большая, в начале, как мне кажется, вот если исключить таких людей, да, допустим, детей, которые целеустремленные, да, которые вот мне надо, я буду делать. Большинство все-таки немножко другие. Их надо немножко подталкивать и контролировать, особенно в начале. Потому что заочное обучение, оно подразумевает самоорганизацию и дисциплину. Потому что им даются эти часы в школе. Вот у меня то же самое было с ребенком, когда он говорит, вот зачем я туда пошел, все там сидят, значит, всей группой, а я здесь один должен в отдельной комнате сидеть и заниматься этим русским. То есть он должен себя заставить заниматься, а не просто пойти посидеть в телефоне там или что-то поделать, да? В то же время учителю позвонить, он должен знать, что ему это надо, и он должен это сделать. Он должен этот, заполнить свои задания и отослать самоорганизацию в том плане, что они до этого тоже этим не занимались, и это для них как бы новое, потому что у него есть срок, которым он должен закончить, он должен распланировать, уметь свою работу. Не только сесть в последний день, и он не успеет этот фильм и посмотреть, и прочитать произведения, эти произведения большие тем более. То есть вот этого всего еще здесь получается, от него как бы это требуется, ну и, соответственно, большая работа родителей вначале, чтобы они... Потом, конечно, они, наверное, в, как бы вот в эту уже рутинную работу как-то входят и уже самостоятельно будут. А вначале это нужно очень сильно контролировать, потому что они могут и принести домой, и где-то бросить эти листочки, а потом, бог мой, завтра сдавать, и я там вообще даже не достал, даже не посмотрел, что там. Ну, то есть вот родительское здесь тоже нужен контроль. Ну, это, да, наверное, этот контроль нужен с детства. Дисциплине. Здесь заочное, да. Здесь никто не спросит, он придет в школу, те, кто, вот как кто-то из ребят, да, говорил, что преподаватель, который в школе, для него это, как мне кажется, дополнительная ответственность, то есть у него назначается вот этот ответственный человек, который, через которого как бы пересылаются вот эти документы, который должен как бы следить за ребенком, чтобы он пришел, эти два часа там свои отработал, ну и какие-то еще административные там эти моменты. Ну, если честно, я не могу сказать, что они следят особо. Я понимаю, да, что я поэтому и говорю, что для них это дополнительная какая-то нагрузка, которая не особо тоже нужна. Он не будет ходить и заставлять его сесть делать или проверять, или еще что-то. То есть это человек сам должен себя контролировать и временные рамки ставить. Ну, юниты также можно просто по почте, ну, по имейлу отправлять напрямую учителям в Open High School. Поэтому это как бы не обязательно использовать адвайзера в школе вашей. А можно вопрос с иллюминатором? Вы сказали, на русском языке нельзя использовать английские слова. Но вот тоже в hospitality, если сейчас смотришь русские фильмы, слушаешь передачи, они используют. Лучше не слушать, да. Я понимаю, но они стали использовать, и ты смотришь фильм современный, и они вот именно говорят hospitality, еще что-то. В русском, она из фреш, да. Не говоря про фреш, не говорю, что в России вообще поголовно. Это не образец. Я понимаю, даже так приводится язык. Как-то пришли слова маркетинг, менеджмент, они просто не пишут. Но они, эти слова, есть те слова, которые вы можете в словаре найти, если они уже считаются нормативным русским языком, прекрасно. А если они имеют эквиваленты в русском языке, а английский еще не считается нормой языка, то, естественно, это нет. Ну, вот если блогеры, да, если я веду блог, и я сейчас слушаю русский, да, и она говорит, привет, фолловеры, вчера my life fuck. Это вообще, не русский язык. Те это как слова, которые имеют эквиваленты в русском, например, нельзя говорить суицид, потому что есть самоубийство.
Если же это компьютерные термины, которых нет в русском языке, потому что понятие возникло в Америке, допустим, в англоязычной стране, тогда да. Тогда переносится. Ну вот президент Хаскитали, он сказал, что постеснялся сказать, потому что не знает перевести. Потому что не знает перевести. А вот как? Ну, как студенту сказать? Правда? Лучше не говорить. Гостиничный. Да. Гостиничный бизнес – это hotel management, а hospitality включает в себя город. Это traveling, hospitality, hotel management. И как лучше нашим выпускникам перевести в таком случае? Да, сфера службы. Сфера службы. Хорошо, все на камеру запомнили. Давайте мне подведем вопрос. По времени у нас будет возможность еще задать вопросы. Хорошо. Давайте мы подведем небольшой итог. Во-первых, вот хорошо, что у Натальи Петровны оказались вот эти вот варианты. Это то, о чем я говорила. На сайте в открытом доступе. Все вот эти вот листочечки в мероприятии, нет, которое я сделала на Фейсбуке, есть эта ссылка. Я, к сожалению, я не подготовилась, я эту ссылку сюда вам не взяла, потому что она там есть мероприятие. Заходите по ней, там все вот эти вот варианты экзаменов с 2001 года. Анализ всех этих экзаменов тоже есть, описание. Пожалуйста, возьмите, распечатайте, подготовьтесь. А я хочу поблагодарить наших докладчиков за то, что они сегодня пришли, потратили свой вечер на то, чтобы развить наше желание заниматься русским языком, чтобы объяснить нам, как лучше наши дети должны сдавать этот экзамен. Спасибо им большое. Поблагодарю. Спасибо, а у нас время пообщаться уже не ждать.